Итак, мы начинаем. Первый этап – гонка через золотые ворота. 8 машин, один победитель и ключ ко всему – скорость. Педаль в пол. На что способен этот гиперкар? Раньше я гонял на выходные в Сан-Франциско по магистрали I-5, прямиком из Лос-Анджелеса. Дороги нынче пустые из-за китайского Нового года. Нельзя такое упускать. Так, дальше на трассе что-то есть. Осторожнее. По китайскому календарю сегодня наступает год кролика. А кролики — звери шустрые и везучие. Так что начало года обещает быть благоприятным. В Лос-Анджелесе везде сплошь автострады на 5 полос и длинные пустые бульвары. А вот в Сан-Франциско — холмы. Не каждому этот город по зубам, но я знаю, кто здесь любит сложные задачки.
Надеюсь, наша маленькая прогулка того стоила. Впереди горы, а уж там все будет совсем по-другому.